Как мы уже сообщали 1 марта, в Первом апелляционном суде общей юрисдикции города Москвы началось слушание дела Александра Забенкова. Были выслушаны стороны потерпевших. В зале суда, как и в первое заседание, присутствовал сам Александр Забенков. Дело рассматривается коллегией из трех судей. По словам адвоката Забенкова Галины Иванцовой, атмосфера вокруг этого дела по-прежнему напряженная. Приговор Тверского областного суда, оправдавшего Забенкова, не вступил в законную силу. Как говорят, надежда умирает последней, но мы считаем, что приговор вынесен законный, обоснованный, с условием соблюдения всех прав участников процесса, в том числе и потерпевших, и в частности Турачмагомедова, который сейчас в жалобе пишет, что он желал бы участвовать на прениях, но не приезжал, так же, как и в апелляционную инстанцию желает приехать, но не приезжает, что вызвало отложение дела 1 марта. Думаю, что приговор вынесен законно, без всяких нарушений материального права и уголовно-процессуального права. Вердикт 22 марта суд по-прежнему не вынес. Очередное заседание назначено на 5 апреля. Будет выслушано последнее слово Александра и сторона его защиты. По словам Галины Иванцовой, суд досконально разбирается в этом деле. Есть надежда, что 5 апреля в Благовещение по православному календарю апелляционный суд утвердит вердикт Тверского областного суда, оправдавшего Забенкова. Отметим, что все три жалобы потерпевших и апелляционное представление прокурора содержат просьбу отменить приговор Тверского областного суда и направить дело на новое рассмотрение в новом составе суда. Мы следим за ходом событий. Наледь у многоэтажного дома номер 82 по улице 2 Красина. Первое нарушение, зафиксированное в ходе рейда сотрудниками прокуратуры и Государственной жилищной инспекции Тверской области. Такой запах какой-то, как будто бы здесь канализация. Прорыв канализации жильцы новой 17-этажки сняли на видео и отправили в прокуратуру. Предположительно, именно из-за этого прорыва отключили лифт в доме. Уже неделю без лифта. Да, без лифта. У вас пожилой человек, да? Да. Ходили пешком на 16 этаж. Но именно в день нашей проверки управляющая компания лифт запустила, хотя запах остался. Было вынесено решение о проведении проверки. Вместе с тем, данная информация не доносилась до управляющей компании ввиду того, чтобы они не устранили все то, что уже многие месяцы ими не устранено. В связи с чем сегодня мы пришли и установили, что лифт один запущен. Жаловались жильцы дома и вот на эту вздыбленную плитку. Прокуратура, жилинспекции будут разбираться. Из дома номер 82 по 2 Красина переходим в 18-этажку по улице Хромова. Здесь тоже не работал лифт. Сколько не работал лифт у вас? Около месяца. И как вы обходились? Когда пешком, когда в очереди стояли. Я уже застревал в этом уже. Это вылазили мы так вот и выбирались из него. Вот поэтому неудобства я чувствую уже тоже, да, хотя тут 3 дня нахожусь. Обслуживает этот дом, как и дом на Красина, управляющая компания «Территория комфорта». Проводили неоднократно проверки. Одна из проверок у нас закончилась непосредственно подача искового заявления в интересах граждан, которым был осуществлен неправильный расчет за ОДН. Вот. Сейчас исковое заявление находится на рассмотрении в Заволжском районном суде. Потом была проверка также непосредственно об уборке снега и наледи в зимний период времени. В отношении директора было вынесено постановление по части 2 статьи 14.1.3 КУАП РФ. В настоящее время директор привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф. Проверка по качеству обслуживания многоквартирных домов в Заволжском районе Твери проводилась 22 марта. Выявленные нарушения на контроле. В настоящее время мы внесем представление управляющей компании. Первое, что мы сделаем. И второе, будем вынесем постановление в отношении директора по 14.1.3. Это нарушение лицензионных требований при управлении квартирными домами. Такие проверки во всех районах областной столицы будут продолжаться. Ваши жалобы принимают Госжилинспекция и прокуратура.